Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова сели на проекте Amazing Holy Play. Сегодня у нас будет новое интересное видео, которое я вам покажу прибыль компании за 2 года. Ну, грубо говоря, за 2 года, потому что эта компания существует с того момента, как только добавили эти транспортные компании, ее почти сразу купили, и прибыль здесь как бы за все время можно посмотреть, потому что эту компанию никогда в гос не сливали, то есть вся информация сохранилась за все время, поэтому сегодня я покажу, сколько эта компания вообще заработала. Сумма там очень даже хорошая. Также сегодня мы поработаем дальнобойщиком. Чисто будут такие будни дальнобойщика. Пообщаемся, ставим лайки, подписываемся на канал. Давайте постараемся набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен и сразу выпущу новую серию. Также можете выделить по промокод, пишите MM, 7-й пункт, промокод, указать друга ютубера и пишите ему промокод капсом Кирилл Гейм. Нам осталось буквально немножко, чтобы добить 2000 активаций промокода, поэтому кто еще не вводил промокод, вводите, потому что за него получите 150 тысяч. 50 тысяч на 5 уровне и 100 тысяч на 10 уровне. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Не ленитесь, вводите и получайте свои деньги. Также у меня проходит розыгрыш в группе на машину BMW M5 F90, вот на эту машинку, короче. Получается, это BMW M5 F90 из Nitro, Госка 4.5, короче, ФТ, кроме аудио 3-го чипа. То есть тачка реально заряженная, поэтому всем советую участвовать в конкурсе, ссылка будет в описании под этим видео. Короче, пацаны, если что, это не моя транспортная компания, в данный момент она находится на мне, но это не полностью моя компания, я взял ее попользоваться на время просто, и все. На самом деле, это компания Богдана Антонова, как бы он ее еще покупал давным-давно просто. Ну и сейчас ей некому заниматься, поэтому занимаюсь данной компанией я, и вроде бы у меня получается неплохо с этим справляться, то есть компания живая, компания продвигается, берем топы, зарабатываем деньги, накатываем пробег на фурах, все, короче, хорошо. Я хорошо справляюсь, 44 человека у нас в компании, деньги лям 300, 2 награды, процент 12, кто хочет к нам приходите, только нужно у нас работать, реально. Вот автопарк, 8 магнумов, если что. Я думаю, самое интересное, это вам показать прибыль данной компании. Я охренел, когда увидел, просто смотрите, сколько компания заработала за почти 2 года. За 2 года заработала компания 272 миллиона, понимаете? 272 миллиона. Это очень даже неплохо. Сделала компания 143 тысячи рейсов. А если грязными считать, вот общая прибыль, типа, это без комиссии. Общая прибыль почти 500 миллионов рублей, понимаете? Компания, если грязными считать, заработала почти 500 миллионов, понимаете? Это очень много. Это реально очень много. Да, понятно то, что время не маленькое, как бы почти 2 года эта компания существует. Ну, 1 год и 8 месяцев, если быть точнее. Но это жестко, пацаны. Это реально жестко. Вот, давайте посмотрим. Лучшая компания. Да, на 2-м месте тот там находится. А на 1-м месте находятся волки, потому что раньше это были лигуны. А лигуны, по-моему, самые первые создали компанию. Потом уже Реал сделал компанию и Тотал сделали компанию. То есть вот таким вот образом все происходило. Ну а теперь можно уже поработать дальнобойщиком, потому что я вам все рассказал, показал. Но больше всего, знаете, что меня вкалит в компании, это то, что постоянно нету бензина. Постоянно. В любое время заходишь, каждый день. Вот я заправляю каждый день фуры до полного бака. То есть по 150 литров я все фуры заправляю. Я беру машину механика, беру кого-то еще с собой, и мы вместе заправляем с ним все фуры полностью, до полного бака. Но на следующий день заходишь утром, все фуры пустые. Я не знаю, либо люди просто не заправляют, как бы, магнумы, либо кто-то сливает бензин. Я реально понять не могу просто. Это меня реально очень сильно бесит. И каждый раз тратить 150 тысяч на заправку магнумов как-то не очень прикольно. Вот это меня очень сильно бесит в компании, то, что постоянно нету бензина. И все постоянно бомбят то, что вот почему все фуры пустые. И из-за этого уходят из компании. Из-за того, что в магнумах нету бензина. Ну блин, это тупо из-за этого ходить. Можно было бы просто канистру там купить. Вот что он делает, тупое животное просто. Вот что он делает. Я его вообще не трогал. Он меня берет, подрезает просто. Ну реально баран. Самое важное, что я вам еще хотел показать, это пробег там магами, пацаны. Кто не в курсе, пробег уже перевалил за 200 тысяч километров. Я сейчас редко на самом деле работаю. Очень редко, потому что я Владу долго дал. Я как бы перестал много работать. Я могу там в день сделать
несколько рейсов, буквально немножко. Максимум могу задеть там лям накатать. То есть я сейчас уже не так работаю часто, как раньше. Поэтому пробег уже не так сильно накатывается. Но пробег, пацаны, согласитесь, уже такой серьезный пробег. 205 тысяч, как бы это нормально. У меня сейчас на проекте... Нет, не на проекте, ладно. На проекте не знаю. На сервере самый большой пробег на магнуме. Именно на личном магнуме. В компании, понятно, есть магнумы, на которых пробег 250 тысяч километров. Но я именно говорю за личный магнум. То, что у меня на личном магнуме на первом серверке самый большой пробег. Я реально сейчас очень редко работаю, как бы, ну... Честно, у меня интерес как-то пропал. Не, я, конечно, работаю там, типа, из-за того, что у меня денег нету. Как бы я работаю, там, лямчик накатал, все. Потом несколько дней не работаю, пока деньги не закончатся. Ну, потому что, не знаю, может быть, я как-то перегорел дальнобойщиками. Просто я очень много работаю дальнобойщиком. На протяжении, там, месяца я постоянно работал дальнобойщиком. По 2, по 6 часов работал в день, ну, чтобы долг там отдать. И, может, из-за этого я, как бы, перегорел уже этим желанием постоянно катать рейсы. То есть, ну, я сейчас захожу, чисто катаюсь на... Ешки и все. Все, что я делаю, это просто ешки катаюсь каждый день. Слушаю музыку и все. А дальнобойщики, как бы, ну, я редко катаю. Все, пацаны, доехал, беру следующий рейс. Как бы тоже 98-й. Но теперь обратно в юж. Как бы да, по кайфу, то, что у меня там сотый скилл, магнум с этим чипом. Я вообще должен радоваться, кайфовать, то, что, ну, у меня все это есть. То, что я могу легко заработать деньги там туда-сюда. Я не знаю, что-то интерес реально пропал. Катать рейсы, как раньше. На мазинке особо делать нечего, кроме дальнобойщиков. Я жду ивент, я жду обновления, потому что там будет много чего интересного. Все, довез еще один рейсик. 6000 компанию завез. Нормально. Вот, еще один 98-й в порт. Вот утром, пацаны, рейсы катать вообще такое удовольствие. Ну, как бы сейчас уже, сколько, почти, сколько, 11 часов по МСК почти, но рейсики просто шикарные, просто мало людей сейчас катает, онлайн там 280, сколько я накатал за все время, ну, типа, блин. Я очень мало катаю. Я всегда катаю на компанию. По этой статистике можно посмотреть, сколько я работал вообще. А работал, как видели, я очень мало.